Ну чё, всем привет, пацаны, вы находитесь на канале Anthony Gaming. Сегодня я решил записать вот такой коротенький видосик, не знаю, сколько получится. Вот. Решил записать видос, как же все-таки кастомизировать свою тачку в небезызвестной игре, а именно BeamNG Drive. Да, короче, смотрите, хотел кое-что показать. В общем, смотрите, ребят, если вы играли когда-то в Грисмод или интересуетесь им, или являетесь ценителем, например, каких-то фильмов 90-х, как там Брат, Бригада и все такое, вот. И любите тематику 90-х. Вот, смотрите, у меня есть запись. Можете почитать. Обязательно, ребят, заходите на канал. Это просто мой хороший друг и в целом человек. Вот. Смотрите, вот на этот видос. Называется «Подстава». И здесь все как нужно. Спойлерить не буду. Посмотрите, все сами узнаете. Оно, ребята, того стоит, отвечаю. Так, теперь давайте, в принципе, к теме. Вот. Например, у вас какой-то... Не знаю, даже возьму какую-то бэху, к примеру. Какую-то такую, ну, так себе выглядит, которая такая классическая. Можно сказать, куплена с Авито, не бита, не крашена. Вот, вы хотите, например, закастомить. Заходим в конфигурация машина. Видим здесь детали. Вот. Здесь, кстати, смотрите, первое что, это можете менять номер. Вот. Например, вы хотите там быть каким-то крутым, блатным челом. Например, сделать какой-то номер. Вот такой вот. Ну, я просто пишу по классике, вот, ждем. И он через некоторое время поменяется, вот. Вот, я думаю, с таким уже намного будет понтовее, здесь впереди его по классике нету. Вот, смотрите, что тут есть, paint design. Paint design это у нас, короче, как у вас тачка будет выглядеть. Например, можно на нее повешать какие-то там наклеечки, а? Вот. Вот, такая вот, ну это драгонок чисто. Body colored. Ну, это такое себе. Ну, это чисто, да, это чисто гоночная тачка. Тут какие-то вот такие, я не знаю, надписи. Я, если честно, не фанат. Мне нравится больше стоковый цвет. Вот, и все, что у нас есть, если вы хороши в английском, то вы уже все поняли, и где все, что надо делать. Так я примерно объясню. Хотя я не буду все объяснять, просто в целом покажу. То есть, вот, здесь можно поменять бампер и все такое, радиатор. Ну, на более крутой, типа, high performance, который там, ну, не нагревается. Капот, например, можно поменять вот так, на такой вот блатной, можно сказать. Сиденье, кстати, тоже можно поменять. Но я просто примерно показываю, как это оно происходит. Вот, например, вы захотели себе вот такое вот сиденье сюда крутое, игровое, можно сказать. И хотели поменять баранку на какую-то крутую, вот какую-то, не знаю, вот такую вот. Ну да, вот вид имеет как раз. Такая стоковая чисто. Пороги здесь можно сделать более крутые. Вот такие вот. Пассажирку тоже, я думаю, можно в седух кинуть. Задние эти, скамейку можно, думаю, убрать. Она тут ни к чему. Вот. И здесь, в принципе, все вещи, которые, вот, кстати, если как раз для понимания, если вы не понимаете английский, вот здесь примерно можно посмотреть, что это такое. То есть оно высвечивается отдельно. То есть, например, лобовое стекло, вы не знаете, что такое. Вот здесь вот гауджис. Вот гауджис, кстати, это для тех, кто не шарит. Вот. То есть здесь... меняется именно сами скорости, то есть в километрах, в милях, то есть кто как понимает. Здесь меняется, ну, сама тема интерьера. А вот ТТ Спорт интерьер, думаю, покруче будет. Да, такой черный полностью. Вот. Например, вот такие вот более крутые без оранжевых поворотников. Здесь бамперы, все это я, в принципе, думаю, понятно, с движком. Здесь все тоже примерно можно еще бахнуть сюда это. Нитруху, чтобы перло прям люто, и движок, в принципе, поинтереснее. А, это самый интересный, кстати, движок. Тут что-то мало. Вот. Вот это вот тема. Поворотники можно убрать. Здесь надпись саму оставить. Вот. Это все кастом. Сейчас, я думаю, перейдем к тюнингу. К тюнинге, я думаю, вам здесь особо ничего менять не надо. Вот. Максимум, что вам пригодится, это, например, если вы хотите сделать поменьше топлива, чтобы тачка побыстрее ехала. Вот. Просто убирайте, и все, у вас меньше топлива, то есть, ну, это, опять же, кому как. И здесь можно накачивать колеса, опять же, ну, то есть, если вы хотите немножко подспустить, чтобы там что-то поделать, суету какую-то, вот. Можно подспустить, а можно и накачать, вот. Вот такие более сдутые. Так, более низко выглядит. И самое главное, собственно говоря, для чего вы все пришли, скорее всего, этот цвет. Вот, чтобы изменить вот этот шикальный цвет. Извините за выражение говна. Вот. Ставим вот Jet Black. Под цвет последнего айфона, можно сказать. Можно белый. Ну, белый, я не знаю, личное мнение больше идет. Вот.
Ну и вот, я думаю, на этом можно будет закончить. То есть, какая тачка была и какая получилась. То есть, от этого она явно поехала быстрее. Ну как, это BMW. Это стиль, а не гонки. Да и она сама будет в целом быстрее всяких ведер. Даже на ней, видите, как наваливать можно. Последние трюхи. Уже только уметь это перекручивать меня, вот. Ну, короче, ребят, всем спасибо за просмотр. Обязательно чекайте сообщество. Ссылку я на своего хорошего друга оставлю в описании. Заглядывайте, проверяйте, ставьте лайки обязательно. Обязательно, слышишь? Загляни. Ты не пожалеешь. И к тому же это в коопе со мной. Вот. Все. Всем удачи, ребята. Всем пока.